Новые серверные теперь выглядят так. Два сервера 360-х отмодденных с фан-контролем, с двумя тихими кулерами. Шипит в штатном стационарном режиме, довольно тихо. По сравнению с тем, что было серверным пару десятков терабайт, это такой файловый сервер наш, 2-терабайтные накопители. Ну и усилок звуковой, акустика, конечно же. Вот вид сзади. Тут эта приглушалка, чтобы шума поменьше было от них. Потому что там сзади и спереди идет шум довольно слабо. Дует очень сильно. Работает очень хорошо. Все.